Сейчас ребята озабочены подготовкой к лекциям и зачетам, но и о предстоящей службе не забывают. Большинству молодых людей предстоит отправиться в армию уже в этом году. Мы уже примерно знаем то, что нас ждет в будущем. Мы сами очень хотим и желаем попасть в армию в хорошие элитные войска. Надеемся, мы сегодня победим. Наши соперники очень достойные, все равные. Желаем всем удачи. Ну, почему хочу служить в армии? Потому что мои родители служили. Наши родные тоже служили. В зональном этапе приняли участие 3 команды, в каждой по 10 человек. Все они попытались показать, что готовы к армейской жизни морально и физически. Здесь у нас проводится в основном разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, челночный бег, силовые упражнения, подтягивания, поднятие пыли. Победителям предстоит участвовать в соревнованиях уже республиканского масштаба. Ольга Морская, Наталья Смирнова, Серин Хасанов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».